Но вначале в Устьянском районе задержан подозреваемый в убийствах трех женщин. Трагедия случилась вечером в субботу в Архангельске на улице Гагарина. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. Задержанному 27 лет. Установлено, что он проживал в квартире у 83-летней родственницы и злоупотреблял спиртным. После замечаний задушил женщину и некоторое время проживал с трупом в квартире. 11 апреля туда зашла соседка убитой, у которой был ключ от входной двери. Он задушил ее, а также нанес ножевые ранения ее 43-летней дочери. Чтобы уничтожить следы преступления, подозреваемый устроил пожар и открыл газ в квартире, где находились тела убитых им женщин. После чего скрылся с места преступления. Злоумышленник свою вину признал.